Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой приглашает в мир профессионального развития. Учебная специальность – эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов. Представляет собой уникальное направление обучения, которое предлагает студентам обширные знания и практические навыки в области работы с различными транспортными и технологическими машинами и комплексами. В современном обществе, где транспорт начинают использовать все чаще, эксплуатация наземных машин и комплексов становится неотъемлемой составляющей обеспечения плавного, эффективного и безопасного движения как людей, так и грузов. Студенты специальности изучают современные методы и приборы для мониторинга и контроля технического состояния машин и комплексов. Они также получают понимание принципов работы и устройства транспортных средств, а также навыки в области электроники, механики и автоматики. Важным компонентом образовательной системы является практическая работа студентов. Они получают возможность применить свои знания на практике при работе с реальными машинами и комплексами. Это позволяет им углубить свои навыки и развить практическую квалификацию, необходимую для успешной профессиональной деятельности. Большое внимание в профессии эксплуатации наземных транспортных машин и комплексов уделяется технологическому развитию и инновациям. Она неизменно связана с внедрением новых технологий в области транспорта и логистики, что требует от специалистов постоянного обучения и повышения квалификации. После окончания обучения студенты могут получить работу в различных отраслях промышленности, транспорта и строительства. Возможности трудоустройства варьируются от работы в обслуживающих и ремонтных предприятиях до управления процессами эксплуатации и обслуживания транспортных и технологических систем. Присоединяйтесь к нам и начните свой профессиональный путь уже сегодня!